Товарищ майор, рядовой кучеберя для принятия военной присяги прибыл. Принять военную присягу? Есть. Торжественно присягаю на верность своей родине, Республике Абхазия. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Этими словами завершился трехнедельный этап подготовки для 250 новобранцев, которые своей присягой поставили точку в весенней призывной кампании 2018 года. В этом призыве порядка 250 человек подготовлены и качественно распределены по воинским частям и подразделениям Министерства обороны. Хочу выразить слова благодарности родителям. Много детей, ветеранов, героев Абхазии сегодня в строю. Они на самом деле воспитали достойных сыновей, патриотов нашей Родины. Принимал присягу новобранцев заместитель министра обороны республики генерал-майор Аслан Анквап, после чего с напутственным словом к бойцам обратился отец одного из новобранцев Гайк Чилингарян. Дорогие дети, сегодня вам выпала большая честь служить Родине. Вы приняли присягу. Это обязательство. Это не заканчивается окончанием вашей военной службы. Это остается на всю вашу будущую жизнь. Я желаю вам самое главное – здоровья, мирного неба. И никогда не забывайте, ваши близкие, ваши родители вас ждут живыми, здоровыми, крепкими, возмужавшими. Удачи вам! Добрый путь! И вот присяга принята. Солдатам дали 10 минут, чтобы обнять родных и близких, сделать фото на память и поделиться эмоциями. Присяга, в первую очередь, гордость, конечно же. То, что мы присягаем, наверное, своей родине. Клянемся мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Абхазии, народа и отечества. Это, я так считаю, должен принять присягу каждый мужик. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал активное участие в нашей подготовке, офицеров, курсантов, которые провели весьма важный и нужный инструктаж. За это им большое спасибо. Отдельно хотел бы поблагодарить всех тех, людей, которые нас поддерживали. И хотел бы, конечно, добавить, что является неотъемлемой частью. Это для меня честь служить в рядах вооруженных сил Республики Абхазия. Мама Нарсоу Зухпа Кристина Озган вместе с другими родителями с волнением наблюдала за церемонией. Для меня, как и для любой матери, которая сегодня находилась здесь, это очень торжественный и волнительный день. И каждый из нас прекрасно понимает, что существуют основные вещи, которые должны быть заложены в воспитании ребенка. Это, безусловно, любовь к родине и преданность государству. И я думаю, что каждый из нас должна испытывать гордость, что сегодня мы могли наблюдать, как наши дети принимают присягу. 25 лет назад матери отправляли детей на войну. У их детей будущее только начиналось, и многие из них не вернулись. И я считаю, долг каждого из нас никогда не забывать об этом. Для того, чтобы наши дети и будущее поколение жили в мире. И по любому зову государства наши дети могли всегда отозваться на этот зов. 10 минут с родными закончились очень быстро. Строевым шагом теперь уже защитники Абхазии отправились на торжественное заседание, где их ознакомили с планом распределения. Надежда Боровикова, Сасрукуагуха, Абаза ТВ.